Хитменник снова в деле. У нас была возможность поговорить с ним, и это обернулось неудачей. Пошли нахуй! А что же будет дальше? Что будет с этим человеком? А дальше будет так: если не закроешь рот, я тебя убью. Долго ждал, пока настанут времена, когда вырву кусок мяса, и это криминал. Именно Перегар сделал так, чтобы я принял и вернул свое старое имя Хитменник. Несколько ступенек увалилось. Непонятно почему только. Ага, вот тебе и обзор. Текс. О, еще трава. Респаун, походу. Так, а я вокруг здания не обошел. То... ну вот, лечебное растение, лечебная трава. Очков обучения. Так, у меня еще сила 10, ловкость 16. Ну такое. Так, здесь мы уже, да, гоблинов я разваливал. Ага. Мне никогда... Без правильного ключа. Так, ребята, обращаться с мечом. То есть это сильнее давай. Покажи мне, как обращаться с мечом. О. Са, ну да, сложность здесь, ага. Более ловким. Можешь ты подать мне что-то? Ты продаешь доспехи? Ты продаешь доспехи? У меня есть легкий кожаный доспех. Он стоит 150. О. Можешь ли ты продать мне что-то? Вот. Сам смотри, что у меня есть. Так, я смогу тебе палки продать, которые мне нафиг не нужны. Так, ну это я пока не знаю. Так, доспех. Это было очевидно. Я больше не хочу слышать об этом. Я не знаю, где его так отдел. Возможно, я говорил тебе раньше. Факелы. Так, наверное, поспать надо.
Волк, скорее всего, где-нибудь здесь на выступе. Ну такое. Проще вот этой палкой махать. Быстрее будет. Яблоко. Яблочное дерево, значит. Яблоня, точнее. Опа, что такое? Это бабочка. И она полетела. Так-с. Ух ты, блин, я тебя смогу завалить. Ну-ка. Если только так. Он как раз каменный круг неподалеку, но сначала я схожу вот сюда, к ступу, ближе к нашему лагерю. Понасобирал всякой чачи. Только заметил кожаный доспех. Только китель. И как я это сделаю? Ясен. Thank you.
Ну все. Ну, по-моему, я уже всех волков здесь поубивал в округе. Нет. Подожди секундочку. Ну где этот волк? Нет тут волка. Уже всю местность зачистил в радиусе, я не знаю, 500 метров, никого нету. О, бляха, муха, ёб твою мать, блядь. А я не сохранился, да, походу? Уродство. Еще какой-то волк появился. Откуда он там появился? Подстава какая-то конкретная. Это за тебя, скотина, это все. Подозрительный волк. Там не... Волка загасили. Все, хана вам, уроды.
Лобёнка какая-то. Блин, не видно. Что такое? Неужели все еще есть люди, которые не боятся забраться так высоко? Фаландрия. Ну, ты знаешь, жители этой местности в курсе, что я здесь устроилась. Они считают меня кем-то вроде злого духа. Не бойся, я тебя не съем. Меня зовут Фаландрая. Откуда ты? Это долгая история. Еще длиннее история о том, почему я здесь. Поэтому вовсе меня об этом не спрашивай. Возможно, позже мы к этому вернемся. Что ты здесь делаешь? Я изучаю этот каменный круг и его окрестности. Что ты делаешь с этим каменным кругом? Ты должен знать, что эти сооружения очень древние. Культуры, которые были до нашей, использовали их как место для собраний или для наблюдений за звездами. Большей же частью они использовались для всех этих вещей одновременно. При этом круг символизирует цикличность всех вещей в природе. Все имеет конец, но этот конец в то же время является началом чего-то другого. Я это не совсем понимаю. Поэтому я скажу по-другому. События из прошлого и настоящего отражаются в будущем. Этот каменный круг – свидетель прошлого, и я пытаюсь его помощью пролить свет на давно ушедшее и будущее. Больше пока сказать нечего. Ну, в общем, ясно. Могу ли я помочь тебе? Действительно, можешь. Я войду в транс, чтобы войти в контакт с духом этого места. Здесь есть дух? Нет, не надо понимать буквально. Я уже говорила, что мне нужно провести исследование. Под духом я подразумеваю события, которые здесь происходили, слова, которые произносили на этом месте. Для этого мне понадобится войти в состояние, похожее на транс. В этом мне поможет напиток из редких грибов. Ты соберешь их для меня? Я помогу тебе с грибами. Очень хорошо. Ты найдешь грибы сна в пещерах. Они красного цвета. Ты ни в коем случае не должен их есть. Они очень ядовитые. 6 штук должно быть достаточно. Вот. Редкие грибы. Я должен собрать 6 сонных грибов для Вавандраи. Или что-то мог для Рефти. Я его убил. Таинственная женщина. Вавандрая следует древний каменный круг. Она ведет себя очень таинственно. Очевидно, она пытается заглянуть в будущее. Ё-моё. Будущее. Похлёбка. И волчий нож. Ритуал какой-то здесь происходил, по-моему.
Опа. Дверь. Тадеус. Косяк из болотной травы. Деревянная какая-то херня. Золото, ледяной кварц, хлеб. Привет. Ты выглядишь подавленным. Есть проблемы? Можно сказать и так, парень. Несколько дней назад кончился уголь для маяка, а у меня ничего не осталось про запас. Я забыл заказать новую поставку из Хараны вовремя. В деревне угля тоже ни у кого нет. Потом поплывет в Харану снова через целую вечность. Где мне найти уголь? Мне неизвестно, где его можно отыскать, хотя можно спросить охотников. Они хорошо ориентируются здесь. Возможно, где-то на острове есть старый склад или что-то в этом роде. Почему ты сам не идешь искать уголь? Почему я не иду? Молодой человек, я смотритель маяка, и мне нельзя отлучаться. Если Том придет, а меня здесь не будет, то он устроит мне такую головомойку. Что мне за это будет? Ты, конечно, хочешь попасть в Харану, да? Том возьмет тебя с собой, только если ты будешь нам полезен. Если ты принесешь мне уголь, я замолвлю за тебя словечко. Иначе никак. И я дам тебе 10 золотых монет за каждый кусок угля. Отлично. Самогон, быстрая селедка, деревянная чашка. Уголь, кольцо. Что за кольцо? Кольцо великой жизни, пророку здоровья 10. Повезло, просто повезло. Такс, ну туда я, наверное, не пойду еще. Углубляться в остров, пока сдам выполненные квесты.
А вы только по двое нападаете. Скотина. Добро пожаловать в сказку Хитмэниака. Yeah.